Семена маргаритки помпонный ред, Беллис перенис ред, высевают в апреле в открытый грунт. В августе пересаживают рассаду на постоянное место, зацветет она на следующий год в апреле. Период формирования бутонов продолжается до конца июня. Высота растения около 15 см. Бутоны ярко-красного окраса напоминают маленькие помпоны размером до 2,5 см в диаметре. Высаживают рядами, сплошным ковром, кучками, сочетают с другими декоративными культурами. Растение любит много света, но также хорошо развивается в тени. В уходе неприхотливая, но в период активной вегетации нуждается в регулярном поливе. Маргаритка помпонная ред – это двулетнее растение. Трава лучше всего подходит для альпинариев. Маргаритка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Расцветает маргаритка помпонная ред в месяц июнь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.